знаю тебе, ну, как бы, заочно очень давно, давно служу с твоим творчеством, как бы, являюсь фанатом, горжусь, что познакомился с этим профессором. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к биатлону по фотографии, какие были твои первые снимки, вот с чего начинался Евгений Тумашов, эксперт биатлона фотографии? Эксперт. Громко сказал. Ну, просто бог такой важный, бог. Все началось в 2002 году. Мы с Константином Бойцовым работали в Советском форте, и нас направили от этой газеты освещать гран-при по биатлону в Ханты-Мансийск. Вот, собственно, первый был опыт мой биатлон на съемке. Понял. До этого, раз Советский форт начал, много фотографировал какие-то другие виды спорта, получается? Все. Все? Да. Но какие основные виды спорта, которые ты вот прям вот... Ну, кроме биатлона, я думаю, что особой любви к съемке каких-то других видов спорта не было. Приходилось снимать все виды спорта, ну и старался, соответственно, это делать профессионально. Вот, относился ко всему как, можно сказать, к ремеслу, но биатлон был особо. Особо в этом. Что такого пленительного и волшебного в биатлоне, в фотоделе? Что там интересного? Что тебя пленило? Почему именно В первую очередь, конечно, красота природы. Потому что многие биатлонные стадионы находятся в очень красивых местах. И это, скажем, очень сильно отличает в лучшую сторону от других видов спорта. Ясно, шикарно. Так, хорошо. Одна из моих самых любимых фотографий, это я не помню, честно говоря, какой-то биатлонист, там выходит силуэтный, то ли поднимается кто-то из подвала, то ли еще выходит, и он там пар идет, и он такой какой-то волшебный такой подъем вверх. То есть любая фотография со смыслом. Есть какая-то не просто как бы вот, картинка, а есть какая-то еще идея. То есть можно думать на фотографии. Каким образом ты это добиваешься? Ну, естественно, наблюдением. Каждый стадион, он индивидуальный. В каждое время года, в каждую, скажем, погодную какое-то проявление погоды, оно меняет место, меняет стадион. И ко всему этому невозможно просто привыкнуть, потому что каждый год приезжаешь в одно и то же место, и каждый год оно разное. Иногда есть снег, иногда его нет, иногда погода очень солнечная, иногда идет снег, сильный холод, и все это как бы привносит в съемку свои коррективы, и, соответственно, каждый раз приходится заново изобретать велосипед. Понял, отлично. И снимать все же, что есть. Ну, супер. Вот я уже просто слежу вот за теми галереями, что публикуются на Биатлон.рус, вот, просто шикарно, как бы тоже.